Что случилось? Поскользнулся в цыплячьем дерьме. Быстрее! Фу, гадость какая! Быстрее, быстрее! Я не могу бежать! Здесь бегу, бегу. В главных ролях Стив Бисли, Трейси Манн, Питер Хехер, Деннис Мор. Род Зуанич. Говорун. В фильме снимались Тони Аралис, Кейс Трасвелл, Гейл Суини. Художник Нил Энгвин. Монтаж Дэвид Хаггет. Оператор Дэвид Грибл. Композитор Шарон Колкрафт. Сценарий Кен Камерон. Продюсер Росс Мэтьюс. Режиссер Кен Камерон. Смотри, как я умею. Спокойно, спокойно. Карсон, ты такой дурак. Тебе даже самое простое задание нельзя получить. Тебе даже самое простое задание нельзя получить. Заткнись, заткнись. Вперед. Сэр, когда мы закончим? Когда вся поверхность будет чистой? Что это? Что это за создание, Карсон? Это бита для крикета, сэр. Ничего себе бита для крикета. Я подумал, что, может быть, немножко переделать ее конфигурацию. Да. Нечего надо мной издеваться, Харрок. Быстро. Быстро за работу. А ты? Сейчас предстанешь предо мной в кабинете. Я устал от твоего лица. Работай, чтобы у тебя руки не тряслись. И как долго мы будем этим заниматься? Карсон, ты ответишь за все. Может быть, нам лучше заплатить за это? Простите, сэр. У вас ширинка расстегнутая. Быстрее там, эй.
Быстро, в класс. Хватит здесь торчать. Привет, как дела? Что-нибудь есть для меня? На, посмотри. Знаешь, запах нормальный, но вообще-то я уже этим не занимаюсь. Слушай, у меня здесь не магазин наркотический. Ну ладно, спасибо тебе. Чего хочешь, Джон? Мне сказали, у тебя есть сегодня. Я тебе заплачу в среду. Во вторник мне нужны деньги, во вторник. Вот, смотри это. Ты что, шутишь? Зачем мне это нужно? Ну ладно, я возьму. Что вы там смотрите, а? Откуда ты это взял, Бот? Я просто... Посмотри, посмотри, как интересно. Вот эта вот штука открывается здесь? Заткнись, Карсон. Ничего себе, очень интересно. Тебе придется прогуляться со мной. Не хочу гулять? Конечно. Он у нас крутой, большой. Заткнись, Карсон. Тебе тоже придется прогуляться. Куда? Сынок, я не хотел бы увидеть твое лицо еще раз сегодня. Возвращайся в класс и скажи, что тебе пришлось пообщаться с законностью и порядком. А теперь мы займемся твоим старшим другом. Карсон, проходи. Карсон, почему каждый раз, когда я выглядываю из своего окна, я вижу, что ты занимаешься какой-нибудь гадостью в этом заведении? А почему это так происходит? Я знаю твоих клиентов, Карсон. О чем вы, сэр? Я имею в виду то, что я очень любопытствую по поводу этого спичечного коробка. Откуда он у тебя взялся? Ты не знаешь? Не знаю, сэр. Наверное, ты не знаешь, что это такое тоже? Не уверен, сэр. Встань там, Карсон. Я хочу, чтобы ты начал разоблачаться. Что? Раздевайся. Зачем, сэр? Я сказал, раздевайся. Снимай одежду. Нет, мне более интересно то, что у тебя ниже пояса. Что это, Карсон? Деньги на обед? На этот раз ты не разговорчив. Это мне мама дала на обед. $50? Тебе дали на обед? 50, там должно быть 60. Слушай, я 20 лет здесь работаю. Я знаю, что 5 умножить на 10, это будет 50, а не 60. Мистер Йейтс, простите. Одевайся. Другую руку. Обычно я останавливаюсь при 4, Карсон. Я знаю, что ты лжец, я знаю, что ты болтун и говорун, и я знаю, что когда-нибудь я тебя поймаю. Это будет твой последний шанс, Карсон. Скажи своему учителю, что ты встретился с законностью и порядком сегодня. Обязательно, сэр. А это тебе на банановые корки. Хорошо, сэр. Иди. Меня зовут Шарон Харт. Я буду заниматься с вами литературой. Я хотел бы узнать, как вас зовут. Стивен, здравствуй, Стив. Джоэн. Уоррен. Гарри. А тебя как зовут? Питер Босвелл. Здравствуй, Питер. Ты из этого класса? Да, я был у директора. Понятно.
Хорошо, проходи. Опять встретился с законностью и правопорядком, да? Посмотри, сколько тебе дали? 6? Какое унижение. Вы будете нас учить? Тебя-то чему она научит? Я надеялась на это. Это что, новая учительница, что ли? Да, похоже. Пойдешь сегодня гулять вечером? У меня с другом свидание. Ты что, ревнуешь? Я хочу сделать так, чтобы вы умели читать книгу. А вы думаете, мы не умеем, что ли? Я не об этом. Как ее зовут? Харт, Фарт, я не помню. Может быть, и то, и другое. Для меня всегда было очень трудно входить в комнату, наполненную незнакомыми людьми, и просто начинать преподавание. Я хотела бы, чтобы мы познакомились поближе. Заткнись, лось. Хотя бы на сегодня, спасибо. По крайней мере, вы можете познакомиться со мной, и существует возможность, что мы говорим на разных языках. Это уж точно. Может быть, вы используете другие слова, другие выражения. Ну, может быть, я продолжу на следующем занятии. Потише, потише, ребята. Возвращайтесь на места, я еще не дала домашнего задания. Кто это был? Да Карсон, он сегодня вошел. Не видели, что ли? Where's the money? Где деньги? Yeah, вот, 50 баксов. 50 баксов, где все остальное? Я не успел. Меня взяли. Что, опять мне придется тебя нагло уставить? Не надоело? Давай мне все. Слушай, сегодня я 6 продал. Это все из моего кармана, понял? Дай мне хотя бы 10. Ну хорошо, знаешь что, приятель? Я тебе дам 5, и будь доволен. Пошел к черту. Жди здесь. Ты вчера должен был приехать. Эй, что это за рубашка? Я такую рубашку у тебя не видел. Ты вчера должен был приехать. Дерьмо это все, понял? Да мне это все равно. Вчера надо было приезжать. Сегодня столько не получишь. Ты смотришь или пытаешься что-то утянуть? По-моему, последнее. Пошел отсюда, пусти меня. Сейчас мы с тобой поговорим, а потом посмотрим. Ты что делаешь, а?
Я ничего не пытался украсть, я просто так работаю. Что вы здесь делаете? Что это тут за лапанье моего брата? Эй, я же тебе сказал оставаться в машине. Остань его. Еще одно, Ал. Если еще раз ты придешь со своим бизнесом ко мне, ты пойдешь отсюда, понял? Делай это все в другом месте. Я тебя жду там, парень. Твой брат, что ли? Да, брат. Помогает тебе, да? Твои интересы принимает за свои? Отдавай. Пошли. Ты что, их собираешь, что ли? Да нет, я, может быть, перепродал бы. 15 баксов стоит, ты знаешь это? Давай. Пойдем сюда. Ничего себе, что это такое? Это феникс. Красный. А откуда вы его взяли? Да так. Откопал на этой свалке. Вот там. Хорошая старушка. И самое хорошее, что меня слушается, в отличие от многих людей. Знаешь что? У меня к тебе есть предложение. Что, если ты придешь в эту пятницу ко мне? Зачем? Ну, не знаю. Я подумал, может быть, тебе будет интересно посмотреть, поработать вместе. Да, отлично. Я приду. А теперь мне пора. Пока. Как тебя зовут? Стив. А, черт. Ну уж простите. Ты что там торчишь, а? Пошел отсюда, ты все равно бежать не можешь. Что здесь происходит? Что происходит? А ты что думаешь происходит? Где Минт? Спроси у своей матери. Эй, а антенну, капитан, мы ее оставляем? Не мое дело. Не трогайте ее. Куда они все увозят? Заткнись, это мое дело. Пошел отсюда. Лин? Лин? Нет, телевизор вы не возьмете. Но распоряжение это было. Телевизор вы не возьмете, это мой телевизор. Пустите. Это мой телевизор. Oh, shit. Ah, черт.
А ну-ка, Минт, иди сюда. Кис-кис-кис. Быстро убери свою собаку из моего двора. Быстро. Он распугал здесь всех детей и всех котов. Успокойтесь, мистер Маус. Дорогой Стив, прости, что я уехала в такой спешке, но так пришлось сделать, потому что отношения между твоим отцом и мной очень ухудшились в последнее время. Если ты посмотришь под телевизором, ты увидишь $10, которые я оставила тебе. Возьми их побыстрее, чтобы отец не нашел. Люблю тебя, мама. Что с тобой? Все в порядке, просто плохое настроение. Почему? Да так, мать сбежала с одним кондитером. Кондитер, смешно, правда? Что теперь будет, я не знаю. Не беспокойся. У меня мать тоже убежала когда-то, а потом пришла домой опять. Мистер Броклич, Брокович, вы внимательно смотрите? Так точно, сэр. Пункт 5. Район Саван. Мисс Томпсон, я вас слышу. Стив, хочешь посмотреть кое-что интересное? Что? Повернись. Запретный плод. Номер 6. Район реки Мамардичи. Карсон. Ты что-то там делаешь? Я уронил резинку, сэр. Резинку там не найдешь у нее на коленях. Так что повернись и ищи ее у себя под столом. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Молодец. Так точно, сэр. Дура, сам такой. А почему вы здесь? Вы что, умеете играть в крикет? Так себе. Ваш друг вас учит, да? Вы говорили, что у вас есть друг. Я не хотел бы вам, конечно, навязываться, но, может быть, вы расскажете? А чем вы занимались до нашей школы? Я была журналисткой. Что, не задалось? Какая разница? Возьми. А ну-ка, положи на место. Что? Кидай. А, ладно, перестаньте. Это специальный случай. Свагерт, ты меня когда-нибудь выведешь. Пошли вперед. Сэр, все в порядке? Да. Теперь-то да. Это вы там на фото? Я. А что случилось? Катастрофа? Кто-нибудь катастроф переживает рано или поздно, но у меня это было рано. Мне было тогда всего 22. А теперь вы здесь прозябаете, да? Можно и так сказать. Ничего особо выдающегося. Тогда мне море было по колено. Ты знаешь, когда тебе море по колено, тебе абсолютно все равно. Жизнь катится по наезженной колее. Хочешь попробовать? Нет, я испорчу. Что значит «нет»? Я думал, ты не зря пришел. Что, на этом? Нет. Вот на этом. Попробуй. Будешь целить дыры. Вот так. Попробуй. Надень. А сколько за это платят? Это зависит от того, что ты делаешь. И все-таки, сколько платят?
Тебе хватит на жизнь. Смотри, примерно 5-6 сотен. 5-6 сотен в месяц, в год? Ты, по-моему, слишком мало для того, чтобы считать деньги еще. Заработай сначала. Мисс Харт говорит мне, что сегодня ты себя недостойно вел на площадке для игры в крикет. Заходи. Ребята, это мистер Карриган, представитель городского отдела образования. Он приехал нас инспектировать. Здравствуйте, леди, здравствуйте, джентльмены. Садитесь, спасибо. В прошлый раз, вы помните, мы рассказывали о том, как люди могут общаться, не повезло тебе, как люди могут общаться, используя слова и выражения, а также жесты. Часто мы используем жесты и даже не понимаем, что они значат для окружающих. Например, когда я стою вот так, скрестив руки на груди и наблюдаю за облаками, это даже многие не поймут, как выражение грусти. Напиши, чтобы сегодня добровольцев не было. Какие-нибудь добровольцы? Или мне посмотреть по журналу? Лиз? Ты хотела бы? Нет? Мисс... Вы должны кое-что знать. Дело в том, что сейчас в вашем классе происходит определенное общение с помощью записок. И я думаю, что это не очень хороший признак. Вы видели здесь мальчика? Вот он сюда побежал. Он говорит, стой. Зачем? Зачем ты это делаешь по отношению ко мне? Простите, мистер Свиндон. Меня простите? Зачем ты это сделал? Что я сделал? Ты что, думаешь, этот урок для меня просто так? Меня проверяли. Ну и что? А ты все испортил, не так ли? У вас сегодня был тяжелый день, я знаю. Я о тебе рассказала директору в первый день, потому что делала свою работу. Вот и все. Ты понимаешь, мы все должны делать свою работу. Выбора у нас нет. Я не пыталась сделать то, что мне не положено. Я знаю, тебя списали со счетов, поэтому ты любишь, чтобы тебя ненавидели. Не так ли? Но со мной этот номер не пройдет. У вас такая работа, да? Ты не понял? Теперь свободно, сэр. Можешь взять себе. А вы как же? Рано или поздно ты все равно ее украл бы. Ты кое о чем не знаешь. Дело в том, что несколько лет я провел в тюрьме, когда был еще ребенком. А за что? За то же самое, чем и ты занимаешься. Много там дерьма было всякого. Я украл мотоцикл. Так глупо все это было. Меня сразу же поймали, буквально на той же самой улице. И оттуда меня направили в Алис Спрингс. Серьезно? Круглые сутки. 3 года. Сначала школа для трудных подростков, потом тюрьма. Но меня это не поймают. Ты не понял, да? Ну что ж, если хочешь заработать еще
Следует тебе торопиться. Это уже мои проблемы. Герод есть? Да. Спасибо. Дилангвин? Да. Дилэни? Галиано? Бигиано? Здесь, сэр. Мистер Дэл. Эндрю Бродковиц. Эндрю Бродковиц. Присутствует, сэр. Стивен Карсон. Стивен Карсон. Где Карсон? Я вижу тебя, Свагерт. Стивен Джордж Карсон. 17 лет, да? Вот именно. Ладно, сядь там, я тебя позову, когда вызовут. Хорошо, сэр. Последние полгода вы работали в качестве механика, да? На автозаправке или в мастерской. А что вы там делали? Ну, вы знаете, обычные дела. Что такое обычные дела? Ну так, клепка, пайка. Вам удобно? Да. Так что не задалось? Я просто решил, что мне мало платят. Значит, вы решили поискать более прибыльную работу. Да. И пришли к нам? Нам придется кое-какие справки о вас навести. А в будущем? В будущем, может быть, у нас для вас что-то будет, но для этого мне необходимы кое-какие рекомендации, вы понимаете? Мы не можем верить всем, кто к нам приходит. Видимо, телефон вашей рекомендательной конторы будет в книге. Честно говоря, я не знаю. Может быть. Да нет, вы просто найдите телефонный номер и все. Остальное я уже сама сделаю. How old are you? 17. Сколько вам лет? 17. Да, я знаю, что я немного... Старый выглядит для моего возраста. По-моему, слишком молодо. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, ты врешь. Я думаю, тебе стоит быть в школе, так что иди отсюда, к чертовой матери, понял? На, возьми, спасибо. Лось, хочешь? Нет, я пить хочу. Откуда ты взял? Клево. Подарок. Возьми себе. Видишь, настоящее золото. А почему там буква В? Да так, фенька такая. Мне кажется, клево. Черт возьми, а? Смотри. Лось, это ты так пьешь, да? Ах ты идиот. Ой, простите, сэр. Я сказал вам, что лосю никогда ничего нельзя поручать. Он все портит. Ты думаешь, нас сюда пропустят? Тут вход после 18. Да, это проблема. Ничего, он что-нибудь придумает. Он у нас говорун. Да пойдемте, Стив. Ты даже на свои 15 не выглядишь. Как хотите, мы с Лосем пойдем. Ладно, попробуем. Меня уже вызывали? Эй,
Ты не туда пришел, парень. Это отель. А в чем проблема? Проблема состоит в том, что тебе лет 13, не больше. Послушай, у меня там старший брат. Я ему принес новую рубашку. И кроме того, сейчас мать забирает в больницу, она рожает. Это уже восьмой в семье. Иди к черту, я тебе не верю. Давайте. Hey, what are you doing? I'm kissing you. Ты что делаешь? Целую тебя. What is it? What you do for? С какой стати? Зачем? А что, неприятно? Эй, хватит там. Слушай, у нас с тобой все по-другому. Почему? Ну не знаю, мы друзья. Неужели непонятно? Только друзья? Да что с тобой? Мы знакомы 4 года, и ты вдруг начинаешь клеиться. Чего ж ты ожидаешь-то? Вики, хорошая девчонка, правда. Ничего. Так ты что, к ней клеишься, да? Ты забудь. Она по-другому сохнет. По тебе, что ли? Она про тебя даже не знает. Нет, у нее другой друг, я не хочу это знать. Мне кажется, они с ним целуются каждый раз после уроков, а может быть и больше. Заткнись, я не хочу это слышать. Ты никогда не видел, что у нее под юбкой? Заткнись, я сказал. Эй, что ты делаешь? Ты меня убьешь. Черт возьми, пусти меня. Извинись. Пусти меня. Так, что это за дым? Вы не заходите? Yeah. Сядь. Вы тут не видели пару ребят, бежавших? Сними трусики. Ладно, где он? О ком вы говорите? Простите. Парень. Ты тут была с парнем. Вы что, шутите? Я просто писала. Да что здесь происходит? Стивен, я не думал, что ты появишься. Я хотела...
Пока, Шарон. Пока. Я хотела с тобой поговорить. О чем? О том, что ты в большой беде. В каком беде? Послушай, Стив, я знаю, что ты делаешь. О чем вы говорите? Я слышала, что ты здесь распространяешь марихуану. Ничего будущего, никакого будущего я в этом не вижу. Я не знаю, правда это или нет, но я думаю, что правда. Ты, наверное, знаешь, что каждый учитель в этой школе точит на тебя зуб. Либо за то, либо за другое. Ты прогуливаешь, крадешь, лжешь, слишком много болтаешь. И у тебя шансов мало. У вас тоже, я видел вас с Харрисом, чем вы занимаетесь после уроков. Это не твое дело. Так что я хотела бы тебе помочь. Если это тебе нужно, конечно. Ну, допустим. Поверь мне. Я не хочу, чтобы ты зашел слишком далеко, когда будет слишком поздно. Почему вы так думаете? Потому что у меня, на твой счет, есть определенные планы. Будь осторожен. Just watch. Откуда ты знаешь, что именно сюда идет эта пимпочка? Смотри сам. Видишь? Да. That one. А теперь это. Вот дерьмо, а. По-моему, на удачу работаешь. Послушай, приятель. Ты обращай внимание. И знай, что я на удачу не работаю. Special, 9.99, пожалуйста. Простите. Один, два, три, четыре, пять. Спасибо. Ой, извините. Вот это я не возьму. Вы не могли бы большую купюру дать? У меня и так слишком много мелких. Простите, что я вас отрываю от работы, но дело в том, что у меня здесь еще есть 10-долларовый банкнот. Проверьте, не подделка ли это? Нет, нет, неинтересно. Послушай-ка, ты о чем ты говоришь? Ты мне лапшу на уши вешаешь, да? Пошел отсюда, пока я полицию не вызвала. Как ты это делаешь? Так, большая практика. Это твоя мать, да? Мама, привет. Что ты здесь делаешь? Я не могу сейчас с тобой разговаривать. Извини, Стив. Что ты сделала со своей головой? Изменила прическу? Когда ты вернешься? Не знаю. Сейчас у меня все в голове перепуталось. Мы поскандалили с твоим отцом. Послушай. Ой, черт, меня ждут, а? Вот тебе адрес, телефон. Что ты подложила на свои волосы? Это глупо. Ты ничего не понимаешь в современной моде? Пошли. До свидания. Я буду ждать тебя сегодня. Кто это? Спасибо. Спасибо. Это он. Вот этот. Look,
can I do for you, fellas? We want to see you. Я вас слушаю, ребята. Нам нужно поговорить с вашим учеником, Стивеном Карсоном. Я не удивлен. Что он сделал? Эй, что вы там себе позволяете? Если ты еще раз это сделаешь, то мы тебя больше в школе не увидим. Что вы сказали, сэр? А, Карсон, я не удивлен. Он, пожалуй, самый неуправляемый в нашей школе. Ну так вот, мы хотели с ним поговорить. Дело в том, что сейчас его нет, насколько я знаю. Ой, простите. Подержите, пожалуйста. Держи, пойдемте со мной. Хорошо. Брюс, сегодня ты будешь читать. Проверка звука. Он ворвался в ее... В нее как бы играючи. И тогда он схватил ее... Я никогда не думал, что у тебя проблемы с чтением. Дело в том, что здесь такие слова, их в приличном обществе даже не говорят. Перед сношением он потерся своим... Простите, что мы вам мешаем, мисс Харт. Что это вы здесь делаете? Какое-то странное чтение. Мы читаем Джеймса Джойса. Мне кажется, это больше похоже на курс этики, психологии, семейной жизни. Ну ничего, мы поговорим об этом позже с вами. Эти друзья хотят поговорить, мисс Харт, с господином Карсоном. Стив? Его сейчас нет. Что он сделал? Прогуливает? Где твой друг Карсон? Нечего туда смотреть, его нет здесь. Он сидел здесь. О чем вы, сэр? Одну минуту назад он сидел здесь. Хорошо, мистер Свагерт. Большое спасибо. Увидимся. Ладно, садитесь. Эй, Карсон, ты куда? Что такое? Успокойтесь. Наконец мы тебя поймали. А ну-ка, слезай. Быстрее, уйдет. Ребята, похоже, сегодня вы его уже не найдете. Добрый вечер, Карсон. Здравствуйте, сэр. Это он. $200 Газет на $200 Что теперь делать? Боже правый. Куда эти деньги делись, а? Я их потратил на себя. Пошел ты, так я тебе и поверил. А это что? А, это ты тоже прячешь, да? Это для тебя. Это мое дело, понял? Вот дерьмо. Jesus Christ.
Не знаю, что с тобой. Я не хочу за это платить. У меня и так ничего нет. Почему все время мне приходится платить за тебя? Я не знаю, что делать. Это Стив. Кто? Стив Карсон. Я хочу поговорить с мамой. Ее сейчас нет, черт возьми. Вот это для тебя более важно. Что, опять наркотики? Я не буду. Да проблемы у тебя не будет. Ты только курьер, понял? Ты ищешь клиентов. Остальное все это мое дело. Я сказал, не буду этим заниматься. С каких это пор? Не собираюсь я наркотики сбывать. Ты их не сбываешь. Сбываю их я. Ты курьер, еще раз говорю. Слушай, приятель, мы говорим о деньгах, не о 10 долларах за спичечный коробок, а настоящие деньги. Понял? Если ты этим не будешь заниматься, мне придется найти кого-то другого. Подожди. Да подожди ты. Ты что там, дрочишь, что ли? А, иди отсюда. А, Карсон. Мы тебя искали целый день. Где наши наркотики? Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты должен был привезти их сегодня. У меня их нет, я не знаю ничего. После обеда, на пустыре, понял? И не дай бог не появишься. Тогда мы тебе так наподдаем, своих не узнаешь. Я ничего не делала, сэр. 200 тысяч безработных в этой стране. И вы будете вместе с ними через несколько месяцев, если вы не сможете учиться тому, чему учу вас я. Если вы смеетесь, значит, вы ничего не понимаете. Карсон, руки на парту. Я хочу видеть, чем ты занимаешься. Тебя могут неправильно понять. Сэр, вы уже дали мне. Это вы имеете проблемы. У меня время-то уже кончается. Через полгода я буду сидеть где-нибудь возле Мельбурна и смотреть за состязаниями по гольфу. А вы-то будете выходить в жизнь. Поняли? Что смеетесь? А что это за запах? Кто выпустил эту струю? Слагер, это опять ты? Уходи отсюда. Сэр, вы ко мне обращаетесь? Я сказал, уходи. Я вижу, что только зря с вами разговариваю. Время впустую трачу. Поговорим сейчас о наших экономических проблемах. А кому нужны экономические проблемы? А, Карсон, по-моему, самое глубокое наблюдение, которое вы сделали в прошлом году. И в этом, если уж на то пошло. Доброе утро, джентльмены. Что, опять сигареты? Какой-то дым? Ребята, у меня для вас есть кое-какая работа. Послушайте, я правду говорил, ничего у меня нет. Ты что это? Вот они.
Хорошо, что ты появился, Карсон. Вы меня силой сюда привели? Вы что там делаете, а? А ну-ка, стойте. Сюда! Они туда побежали. Пустите. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet Mr. Holloway. Леди и джентльмены, пожалуйста, познакомьтесь с мистером Холлоуэем и мистером Маквайром. Они приехали из метрополии для того, чтобы расследовать ваше поведение. Карсон, прежде всего, твое. Я думаю, все вы будете очень довольны тем, как идет расследование. Хорошо, большое спасибо, мистер Йейтс. Мы бы хотели сами поговорить с ними. Конечно. Идите. Это улики. Да, и вот это. Ну, как ты начал этим заниматься? Я не знаю, дело в том, что у меня отец алкоголик, а мать тяжело больна, мне приходится самому зарабатывать на жизнь, вы понимаете. Я один ребенок в семье, мне приходится очень тяжело. Мать часто бывает в больнице. Почему ты распространяешь марихуану в школе? Я вообще не знаю, что такое марихуана. Бывает так, что... Ой, простите, мне трудно собраться с мыслями. Послушай, сынок, я хочу ответы на мои вопросы, и быстрее, потому что мне кажется, что ближайшие несколько ночей ты проведешь в тюрьме. У меня кружится голова, сэр. Что с тобой? Я теряю сознание. А какая у него семья? Одно и то же. Отец алкоголик, мать. Что случилось? Он потерял сознание. Нет, ребята, мне кажется, что он просто симулирует. Все в порядке со мной. Симулирует он, этот Карсон. Что с ним? Похоже, вы тоже окажетесь в беде очень скоро, мистер Йейтс. Ладно, Джефф, пойдем отсюда. Зачем? Скоро приедет скорая. Через 10 минут. Да вы нормально дышит? С ним все в порядке? Это пусть они разберутся. Вам не кажется, что вы слишком плохо относитесь к своим воспитанникам? А преступления? Преступления? Такие преступления вы решайте сами. У нас есть другие дела. И послушайте, в будущем никогда не звоните нам по таким пустяковым вопросам, понятно? Хорошие рыбки у вас. Пошли.
Hey, little buddy, what's this I hear about you ripping off some customers of mine? Ну, приятель, что это я там слышал насчет того, что ты там с клиентами пообщался с моими? Ничего не получилось. Что? Ничего не получилось. Меня поймали. Послушай, умник, ты должен был им все сразу же отдать и деньги получить. Нет. Ну что ж, справедливо. Сейчас посчитаем. You bastard, I told you I wasn't going to sell it. But don't try messing me around in future, eh? Я сказал, что все деньги у нас. You know, your trouble, little buddy. Попробуй только в будущем какие-нибудь деньги от меня утаи. Ну как, твой маленький друг еще жив? Отец еще его не изуродовал? You got him in? Yeah, Dad. Ну? Запустил? Да, папа. Давай, эта собака нам принесет прибыль. Пробуй. Выпускай. Я же говорю. Что это он делает, а? Ты слишком рано его выпустил. Сколько раз я ему говорил, чтобы он рано не выпускал собак. Успокойся, успокойся. Не знаю, зачем ты эту дворнягу вообще тренируешь. Она только на мыло годится. Если в этот раз облажаешься, я тебя выпущу на бега. Быстрее, Минти! Я же сказал, он как твоя мать, все время на сторону. Куда он? Что ты делаешь? Я сам с ним справлюсь теперь. Пошел отсюда. Не надо причинять ему вреда. Заткнись. Вот сука. Иди отсюда. Что ты делаешь? Яд добавляю в мясо. Ты Минка отравишь. Вот я именно этим и занимаюсь. Бежим. А ну-ка быстро посади его на место. Бежим, бежим, Минк. Минк, ко мне. Нельзя. Вот так. Молодец. А
Отойди от собаки. Ты сошел с ума. Пошел отсюда. Уйди от меня. Это я, Эл. Послушай, то, что сделал отец, это было бессердечно, я знаю. Но ничего, он часто так напивается, и, наверное, до Рождества будет ходить в таком состоянии. Мне так кажется. Я долго думал об этом. Он действительно не может содержать собак, которые бегать не умеют. Он умеет бегать. Ты знаешь, между нами есть большая разница. Ты считаешь, что ты добро можешь принести. Но нельзя быть таким мягким по характеру. Нельзя привыкать к собаке. Вот видишь? Можешь взять себе. Если вы спрашиваете себя, зачем вас собрали здесь, послушайте внимательно. Эти отвратительные существа находятся здесь, потому что они нарушили устав нашей школы. Они нарушили законы нашего государства. И таким образом навлекли на себя, на свои семьи и, самое главное, на всех вас неизгладимый позор. А ну-ка, вон отсюда. Они вели себя как дураки. Они разрушили доброе имя нашей школы. И, к сожалению, они не единственные в этом собрании, которые сделали так. Они понесут заслуженное наказание. До экзаменов я их не допускаю. Они не получат аттестата зрелости, и, конечно, второго шанса я им не предоставлю. Они присоединяться к многотысячной армии наших безработных. Но вы довольны? Вы можете что-нибудь сказать свое оправдание? Даже если можете, я вас не буду слышать. Так что идите отсюда, я вас не хочу больше видеть. И второе объявление. Билеты на фильм «Звуки музыки» будут распространяться в моем кабинете сразу же после этого собрания. Неплохо, да? Ты хочешь поехать? Да, прогуляться немножко. А ты думаешь, что ты уже дорос до этого? Посмотрим. Без номерных знаков. Плохие тормоза. Что ты делаешь? Если они тебя поймают, они тебя засадят куда-нибудь. А я хочу попытать счастье. Ну, допустим. Ай, Вик! Вик! Вик, иди сюда. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Что? У тебя мотоцикл большой. Посмотри. Я сейчас. Эй, ты куда? Да так, прогуляться по улице с подругой. Давай, прыгай. Ты хочешь, чтобы я сюда залезла? Заткнись и прыгай. Что с тобой? Тебе холодно? Да.
My mother, she reckons she don't care what happens to me now. She reckons I'm... Моя мать, наверное, сейчас с ума сходит, думает, что со мной происходит. Она не знает, что я с тобой. Да мы просто общаемся, мы же друзья. Да, я так и думала. Как всегда раньше. Так, что это такое? Мы знакомы 4 года, а ты вдруг начинаешь клеиться ни с того ни с сего. Вернитесь и сядьте. Я хочу знать, кто выступил с этими объяснениями. Послушайте, мисс Харт, мистер Гейтс, я сейчас пойду в профсоюз. Я буду жаловаться на вас. Мистер Карсон, мне очень жаль, но я больше ничего не могу сделать. Вы знаете, что для таких людей у нас не существует простых ответов на все вопросы. Мне очень не нравилось принимать такое решение, но мне пришлось это сделать, и, к сожалению, оно обжалованию не подлежит. Пожалуйста, будьте в кабинете. Стивен, мы должны с тобой поговорить. Я сказал ему обо всем. Что? Успокойтесь, у нас нет денег. Это последний шанс. Боже правый. Вы кого из себя строите? Вы даже нормально по-английски разговаривать не можете. Пойдем, Стивен. Скоты поганые. Мисс, куда вы едете? А как ты думаешь, куда? Что, выкрали, да? Я бы так не сказала и вообще не хочу об этом разговаривать. Больше ты меня не увидишь, так что можешь успокоиться. Вы не вернетесь? Да. Не повезло мне здесь. Опять. А ты что? Почему ты все еще здесь? Мне казалось, о тебе уже позаботились. Да, я сегодня тоже уезжаю. А ты не собираешься обжаловать это решение? О чем вы? Ты не собираешься бороться? Ты можешь обжаловать решение. У тебя есть право на это. Тебе уже есть 15 лет. Но они уже обо всем позаботились заранее. Ну, если ты так думаешь, тогда, может быть, действительно не стоит. Ну, ладно. Счастливо тебе. Может быть, когда-нибудь встретимся. Может быть. До встречи. Пока. Bye.
Ой, твоя нравится, а? Ты что, killer bastard? Привет. Ты что, там играешь, что ли? Нет, это его просто из себя выведет. Что здесь? Вот твое. Виктория Арнольд. Виктория Арнольд. За неуважение к учителю. Дерьмо поганое. Смотри, экзаменационные листы. Да, действительно. После многих лет тяжелых лишений у него осталось $60, которые он прежде всего решил истратить на одежду и на хорошую еду. Как тебе нравится? Я бы тоже истратила. Что это такое? Анкета? Ну-ка, сейчас посмотрим. Стив! Смотри, здесь целый склад. И твое здесь тоже есть. Слушай, я нашел презервативы. Тоже мне, мистер Йейтс, спасибо. Пожар! Бежим! Осторожнее! Сэр! Сэр! Что там такое? Сэр! Там пожар, сэр! Пожар! В вашем кабинете! Пойдемте, я вам покажу. Там пожар. Вот видите? Вот вандалы. Скорее, всех сюда. Опять. Пойдем. Он разгорается. Ничего страшного, мы сейчас убежим. Так чего мы ждем? Не это. Мои рыбки. Все в порядке? Ты умеешь водить-то хоть? Я умею. Да, я сяду. Только побыстрее, пока нас не обнаружили. Сейчас, сначала зажигание. Вот так. Идиоты. Заткнись ты, не мешай. Сам заткнись. Может быть, направо? Я знаю, куда ехать. Осторожнее. И что теперь будет? Не знаю. Найдем себе какое-нибудь другое место. Поедем в Эллис Спрингс. Изменим свои удостоверения личности. Твоими устами мед пить. Что я вам говорил? Они тут действительно решили что-то новое. После того, как он
попал в нищету, он решил $90 в неделю тратить на одежду, а остальное на роскошную еду. Ну, мы это уже читали, да? Вот здесь. Я сейчас посмотрю. Главное, молчи. Да, я вас слышу. Мы хотели у вас позавтракать. Чем? Что у вас есть? Черт возьми, он, по-моему, заподозрил что-то. Бежим, скорее! Подожди! Вики! А ты разве не с ними? Может быть, ты заплатишь? Не знаю. Они все еще едут. Скорее, лось, скорее. Пожалуй, я начинаю знать, как это делается. Осторожнее. Мы тонем, открой дверь, я не могу. Попытайся выломать. Вот так. Скорее, Лос, скорее. Быстрее. Сам беги. Прощай, Стив. Не верится все-таки. Что, можешь помочь мне?
Ты знаешь, я искал тебя, я знаю, что ты сделал. Послушай, не надо мне ничего объяснять. Я был в твоей шкуре. Ну ладно, помогу я тебе. Больше у тебя выбора нет, правда? Не на чем ездить, денег нет. Когда-нибудь ты все равно должен был вернуться ко мне. Вот именно. Я только одного от тебя хочу. Чтобы ты никогда не убегал в Алис Спрингс. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе, счастливо. Thank you.